Всем привет! Сегодня у пасечника выходной. Мы приехали на Рыбинское водохранилище. Последнее приготовление. После зимы подкачиваем наш баркас. Все. Осталось чуть-чуть. Душа уже на воде. Крючки заточены. Все. Погода, конечно, так себе. Но у природы нет плохой погоды. Поэтому надеемся на хорошее. Так, час рыбалки и первый щупачок. Погодка, конечно, сегодня здоровская. В грозу попали. Волны настоящие, как на море. Если слышно там. Ну, не знаю, видео как-то это все. Не оцифровывает. Зато поклевало немного. Сейчас покажу, что у нас поймалось за полдня. Ну что, вот наш улов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть щучек. Ну прям скажем, конечно. Фонтан и 2, 4, 6, 8, 10 кусков. Ну, хотя, в принципе, как для щук, конечно. О, кушки. Как не видать. Вот. 44 размер с окунем. В принципе, нормально. Два таких неплохих. Но тоже красавец. Не знаю, с чем сравнить. Рука. Рука почему-то большая такая получается. Ну, в общем, как-то так. Неплохо для открытия. Всем привет. Ура, ура, ура. Ну что, выходной закончился, рыбалка закончилась. Снасти собраны. С обеда мы много ничего не поймали больше. Поймали еще пару кушков. Еще пока, наверное, одного. Ну, в общем, Рыбинское водохранилище, как всегда, порадовало. Отличное место для отдыха. Для